Вот, приведешь тогда босса, там, видишь, вот такие слизни бегут посередине. Под них, когда ты попадаешь, они дамажат, поэтому старайся бежать вот здесь по краю. То есть, ну, вот здесь ты бежишь, они до тебя не достают. Можете поближе к звездочке подойти, вот сюда ходьбой, да, вот, куда-нибудь. по полоске по этой. Да, в лужу воет, заходишь, там она половина хп, половина маны снимет. Не бегите, не бегите за воидом, он сюда приведет босса. Назад беги, Шимон. Вот, звездочку встаньте и здесь играйте же везде. То есть, ну, милики вообще не бейте босса. Не, ну эти с крушительным босса так и броню полезли. А, выстрел. Да кого он там дамажит, офиге? Вот где-то тут воет, оставайся. Да, где-то вот здесь. Аккуратнее воет, только мобов не сагрит там слева. Ай, ладно. Можете давать Геру и бить. Хоть арбалет вижу, какой он красивый. Если у кого-то много кончается, могу кубы дать. Там, короче, смысл в чем, почему милики не бьют. Не знаю, на серваке, наверное, скорее всего, что-то поломано, и у босса примерно на процентов 50. Нет, это везде такое. Везде так. В плане везде так. Там ближайшую к танку цель бьет, поэтому там либо второй танк, либо этого милика надо захиливать. Ну вот здесь как работает, насколько я знаю, там что-то с ним происходит, и вот он, короче, перекидывается на того, кто у тебя на втором месте по адру. То есть, ну, я не знаю, как на других серверах, когда вот ну, на офе я играл, в данный патч такого не было. Есть на офе такое. Ну я, блин, играл в данный патч. То есть, ну, это тоже там не было такого, никогда не перекидывался на второго по адре. Ну ладно, не суть, в общем. Вот эту комнату вот надо зачистить, там трэш, там сверху боже будет стоить.
Все, дайте, пожалуйста, маны от пиццы. Слава, смотри, босса, в общем, по этой решетке будешь водить. Вот ты звездочку видишь, решетка. Босс периодически будет кидать лужу. То есть, ну, он лужу кинул, ты его чуть-чуть отвел. Он лужу кинул, ты его чуть-чуть отвел. Медики, следите, пожалуйста, за этой лужей, чтобы не умирали. Вот, ну, РЖДшники, играйте звездочки. Периодически на одного из участников рейда будет кидаться какая-то болезнь, там, чума или что-то такое. На кого она кидается, следите за этим и выбегайте с рейда с этой меткой. С вас за диспеллер. Дайте отпиться маны, там, не агрите, пожалуйста. То есть Настя здесь очень внимательно по хилу, когда метка кидается, там такой хороший урон прилетает. Отойдите назад, второй танк еще нужен будет. Что-то я забыл про это сказать. Отойдите назад, пожалуйста. Берем спектр танк. А там на трэш надо, да? Да, будут появляться маленькие слизняки. Шмот один, шмот один. Отойдите, отойдите назад. Он же не в танке еще. Вот, чтобы он успел там переодеться и все что-либо сделать. В общем, после каждой чумы будет появляться вот эти слизни. Берлин, твоя задача агрить эти слизни на себя и отводить от рейда. Все, Лоид, веди босса на решетку. Виталик, он. Все, можешь назад бить. Палак, битрэш. Лужа, лужа, аккуратно, милики. Виталик, он. Могу саку, да. Все, я с него диспелю. Калка. Все, все, назад иди. Красивые плечи. Давайте быстренько потом обычку поможем убить. Чтоб не пробил. Кого поможем? Минут 30-40, надеюсь, уложимся. Да, уложимся, конечно, нам осталось чуть-чуть. По трубе идем аккуратно. Не падаем с трубы. Я помню, постоянно падали все. Мы раз 5 поднимались. В трубе еще дырки есть. Смотрите, выпадите, лока нет. А слева будет по правой стороне. Бежать и все. Только не прыгайте с трубы. Вниз не прыгайте, на краю трубы остановитесь, пожалуйста. Два танка, да? Да, в два танка. Кушайте рыбу, тут рыба стоит. В общем, суть босса такая, Слав, ты его таунтишь и ведешь туда. Вот видишь вдалеке ворота вот это? Вот туда его ведешь подальше от рейда и танчишь там. Пал, ты играешь примерно вот между здоровый квадрат, видишь, за глутом стоит так, ну, выделена ямка такая. И вот получается, где-то у начала этого квадрата играешь, будут выходить зомби, твоя задача таунтить зомби на себя и отводить в сторону. То есть, ну, каждый зомби, который выйдет, если он доходит до глута, он его захиливает. То есть, ну, ты понял, ты играешь только на трэш и пал, который берем. Если что, там не успеваешь, кричи, но я там по возможности буду им шакл давать, то есть на них должен действовать, я надеюсь. Че там, левитацию раскидаешь? Да, раскидаю, она спадет с вас. А, тебе. Спадет поезд. Ну так, прыгайте, чекни, Слав, если готовы все. Ну все готовы, прыгай, Слав, танки, отворачиваю Вадима за тобой. Все, прыгай. Там, да, сильно не вливайтесь, чтобы агр не срывать. Не вливайтесь, пусть он поставит. Все, Пал, вот где звездочка, посмотри, ты примерно тут играешь, ловишь трэш, понял?
Все, может и босса бить. Что за дебаф? Ну ничего страшного, я верю, ты выживешь. Ты же медведь, а медведи самые живучие. Став интересный какой выпал. Че, куда дальше? Налево, направо, ты границ. О, сейчас шум. Короче, да, вот с этой ачивой я вот вам сразу же скажу, я не могу ее сделать 4 года. Суть ачивы в том, чтобы... Как она правильно? Чтобы, короче, это. А я понимаю, что она изи. То есть, ну, суть ачивы, чтобы не пересекались полярности. У кого-то есть плюс, тот не должен пересекаться с минусом и так далее. Самый простой вариант ее делать, это стоять на рейнже 10 метров. То есть, ну, просто все стоят на рейнже 10 метров, и никто не шевелится. Вообще стоишь в рейнже и бьешь. Так как у нас много миликов, то, блин, я не знаю, как мы это будем делать. Но милики, наверное, останутся, перелетать не будут. То есть, ну, вы останетесь, милики, видите, слева две платформы такие, где мини-боссы такие стоят, видите? Сталак и еще кто-то там. То есть вы, наверное, останетесь на этих платформах, не будете никуда перелетать, но там же вы тоже будете держать раньше. Ладно, давай, кто правый, кто левый, начнем. Сейчас, а вот Англик что-то пишет. А черный лимон у тебя какой спик? Второй ПВП? Не, вот, я предлагаю, короче, на эту ачиву забить тоже, на этот шок, потом на следующем кулдауне я его сделаю, хренсин. Тут просто нужно два хила будет, чтобы килить одну платформу и вторую. То есть, ну, мне придется по-любому спекаться. А как мы сделаем? Я понимаю, что я за ней шел, ну, блин, ну не получится. В следующий раз сделаем. Миликами тоже можно делать, там они же меняются 10 секунд. С миликами можно делать, да, но понимаешь, смогут ли милики следить за своими дебафами. Ну, мне кажется, Калк и Англиф как минимум смогут. Ну давай Виталию оставим, наверное, не здесь, а на платформе. Там есть одинаковые полярности, два плюса, можно вместе встать и дамаг больше будет. Да. Давайте, кто направо, кто налево. Я направо, пойду, кто сам. Сейчас. Ну, давай первая пати может слева играть будет, а второе справа, чтобы не перекидывать. Сейчас дайте ману отпиться, если у вас спекнется. Давай первая справа, вот я тут стою просто. Повнимательнее смотреть, когда они перепрыгивают вот. Давай, да, первая пати тогда будет играть справа, второе слева. Только не бегите никуда, дайте мне отпиться. Виталя, ты остаешься на платформе. После того, как мы убили вот этих мини-боссов, ты остаешься на платформе. За мини-боссами следите, то есть их надо залить одновременно. Если мы их не заливаем одновременно, они воскреснут. И еще такой нюанс между собой, то есть, ну, в процессе битья боссов, вот этих маленьких, они будут, танки, короче, будут с платформы на платформу перелетать. И от этого агронабор, короче, то есть им нужно будет делать заново. Соответственно, пока танк перелетел, у нас там на платформе справа появится другой танк, получается, поберем будет. То есть, ну, агронабор, тебе заново надо будет набирать на гро. В этом моменте будьте, пожалуйста, внимательны, там, прожимайте свои обилки, кинуть, чтобы скинуть агр, потому что если он у вас таунтится, то вас просто убьет. Ну, в принципе, да, я открылся. Виталь, ты понял, после убийства вот этих боссов ты остаешься здесь, а ты никуда не перелетаешь дальше. Да я понял. Чекни там слабо. То есть мне вообще стоять вот здесь, что ли, ничего не делать? Нет, часто ты играешь, после какой пати? Ты с нами сейчас право играешь. А когда вот этих маленьких мы убьем, мы дальше полетим туда, к большому боссу, ты останешься здесь, понял? Гибели начинаем.
Идите к Збелину, что вы стали? Все, все, кто бы им показал, вот у них проценты жизни. Верхний это правый, нижний это левый. По левому чуть-чуть стопаните, пожалуйста. Бля, Виталик с вами кто? Поменяли цель. Виталик с вами пошел. Виталик, беги к нам. Виталик, понизу пробеги к нему туда. Вот понизу спустись и все. По правому чуть-чуть стопаните, пожалуйста. Не бей, не бей. Давайте бейте обоих. Быстрее заливайте право. Успели, сейчас перелетаем туда. Дрон в другой стороне. Все, держите ренджу, следите за полярностями, мы тут делаем. Суть в том, что плюс не должна с минусом пересекаться. Виталь, ты остаешься. Да. А мне плюс висит, ко мне не подходите с минусом. Надо смотреть, что у Войда. У Войда минус. То есть к Войду не подходить плюс. Два минус. Дайте Геру. Войда плюс. Два раза. На 40% урона увеличивает. Когда смена, отбегайте. Теперь 3 секунды, пока мы подбегаем, на всякий случай. Не, плюс. Убьем нормально. Да, тут даже Гера нет. Ой, персы у него нет. Ну я надеюсь, что для нормальных. Минус. Это у нас сами по минус. О, 2 милика минус. Сейчас будет сильно давать. Давайте быстрее. На мне заплатили. Следите, скоро смена будет. 15 секунд. 9 секунд. Побежали, Ангел. 5 секунд, разбегайтесь пораньше. 2 секунды. Смена. Танка минус. И у нас минус опять. Все, сейчас дадим. Ты на 90% увеличивает урон. 2 миллика. 30. А почему там уже 3? И по 10. Жаль. Сейчас еще на месте надо остаться, даже когда бус умрет, он не будет стоять на месте. Что прозорбилось-то? Все, стойте, не подбегайте, стойте. У нас плюсы. Ура! Easy. Спасибо вам большое, я вас очень люблю, ребята. Отлично, ловно, пацаны. Да. Спасибо большое. Как теперь дальше пойти? А там? Не подходите только друг к другу, вы сейчас друг друга поубиваете, кто там забахает. Потерпите там. А 30 секунд еще. Вот нас сейчас поубивает, у него тут пока у одного минуса. Господи, наконец-то я закрыл с десятки личных, все очки.
Чё, чумная слизь или чё, такая тачка? Ну, на чумной сейчас пойдем, да, и потом оставим, ну, этих пауков напоследок. Паука собирай. А, мне когда сегодня? А нам осталось вообще чуть-чуть. Ну, прям, ну, паучий квартал это там, ну, минут 10, наверное, от силы. Чумной, но чуть побольше, да. Чё-то волнуюсь, что у меня аж потнет. Блин, я так прям рад, что мы ачиву это сделали. Если бессмертный... Бессмертный 25, там что знает. Конечно. Там просто не 10 дурачков, а 25. Ну да, да. И давай в ДД, чтобы быстрее. А, я спекнулся в ДД. Белин тоже, наверное, давай в ДД. Сколько там на тебя стаков висит? Висит получается стак какие-то карги. А тут агро, кстати. Внимательнее, она может прыгнуть, ну сорваться. Вон там кто мужик. Ну, его просто тупо зергать и все. Если мы не успеваем его зергануть, он телепортируется на балкон, то будет вызывать трэш. За сколько ты говоришь? А? За сколько ты говоришь, убить его надо? Я по времени не скажу, я не помню. А там же покажешь ДБМ. ДБМ покажет, да, сколько там до телепорта. Успеем, конечно, до трэша хватит. Наверное. Да не, успеем, успеем. Кому что не хватает, посмотрите. Крикин, а, это есть. Каун беги. Белину в танка? Нет. Да не, Белину в ДД можно. Ему, я думаю, нам хватит ДПС. Тут второй танк нужен, если он успевает телепортироваться. Но я думаю, у нас такого не получится. У нас ДДшки хорошо дамагут. Сходите. Ну все, все готовы, пойдем. Тут нет тактики, просто сильно не бейте босса, потому что он может сорваться в любой момент. Лимон, сходи. Настя. Будь внимательный, там этот таунт смотри. О, да, следите за своим агро, пожалуйста. Не по агро, он, по-моему, просто срывается. Ну, платье такое интересное. Наварит экстремно смотрите. Мы в прошлый раз вот на этом боссе упали. Которого водить, ну, надо, вот. Где. Не, слизь? Который вот тут на платформе стоишь, да, слизь. И танк внизу стоял, с ним побежал ретрик и сдох там. Я понял, у нас очень много миликов, мы сейчас его будем бить по-другому. Нужна цель.
Да, кажется, Войд по приколу кидается, конечно. Вот, в общем, тут есть два варианта развития событий. Либо бить его там, и, блин, как-то надеяться, чтобы не попали парни под эту, под слизь. Либо его просто выманивать. Либо выманивать его просто вот сюда вот, и, ну, бить его здесь, слизи никакой не будет. А так, там шаман, на, ты платформе, со мной живешь... на платформе что, нельзя его задамажить? На платформе, если его дамажить, там смысл в том, что надо все РДДшки, кто будет находиться вблизи босса, они будут получать дебаф, который режет кас. Нам очень сильно, короче, режет. То есть вы его вдвоем задамажите, мне кажется. Конечно. Ну давайте попробуем, да. Чекни его. Это... 100 милики на платформу, все, ну короче. Да, все на платформу, вот. Выпей фласку англии, на всякий случай. Где его танчите? На платформе ловят. Все тогда побежим на платформу, вы дамажите милики. Заходите, будем. Ну все, так, вот. По-моему, что у меня все трясется. Все, бейте. А, Настя, если тебе он повесил за дебаф, ты кастовать не можешь, ты можешь куда-нибудь вот сюда, наверное, встать. Я поймал дебаф. Там ее бьет вниз. Вообще не должна. Ну ладно, вставай сюда, Настя. Я тут тоже подсюда. Да-да. Не-не, я что-то, я не бью, я стараюсь подкидываться. Че, лут хит? Чего? Ну этот Вася. А, да, да. Потом сверки крит дают. Кстати, можно ачивы сделать со спорами. А, у нас 4 шейм, 3 шейм в рейде. 4. Значит, мы будем бить. РДДшками. Ну да, цели мы будем бить. Либо снимать еще шейм, одевать еще на другую. Есть макрос, в принципе, да. Можете просто следить, там же видно споры. То есть, ну, если они не в милизоне, сейчас расставим просто всех так, чтобы, ну, Настю поставим на рейндж, я встану на рейндж. Может, будем надеяться, они у нас там будут делать. Просто следите сами, ну или я там буду включать его. Можно просто просто не бейте. Бейте быстрее глаза. Но сейчас вот данную ачиву, которую будем делать, это милики, на вашу внимательность, пожалуйста, следите, где споры находятся. Настя, тут будет кидаться дебаф периодически на игроков, которых под этим дебафом их нельзя будет подхилить, поэтому тоже следи за этим. То есть, ну, когда дебаф спадает, их можно хилить. Настя, беги сюда, в звездочку спадает, да? Аккуратно по стенке. Вот, на этом кругу будешь стоять, Настя. Бриллиаться там без цепухи. Ну вот здесь остановись, где я, Настя. Хватит, в принципе, будешь стоять тут. Ну там сама определись, по рейнджу, чтобы доставать до танков. Я встану на второй круг. Будут появляться периодически споры, увидите. Они как на этом, как ЦЛК, короче, такие же. Вот, по этим спорам, пожалуйста, не дамажьте. Если мы не убьем споры, то мы получим ачивку сеятель спор, или как-то так они называются. Мелизона, поэтому следите, когда спора будет гулять в мелизоне, то есть, ну, если вы шеймены,
то просто, ну, не бейте его ешки, там стокните дамаг. А что этот макрос можно и так... А, вихрь, да нельзя. А на мощный удар-то можно делать? И на казнь? На жадность, казнь, мощный удар. Отлично. Отлично. Я не шарю, так, скилл секунду. Отвара, просто не убейте скоро, не лети, я вас умоляю. И везде не пихай его, в кровожадность будет достаточно. Ты просто кровожадность всегда тыкай и все. Чтобы он просто так и тыкал, снимал. Понял. У споры очень мало хп, то есть... Ну, хп, да, у нее, вы... то есть там любой взрыв, шлем и все, она сдохла. Да. Если готовы... Ну, я надеюсь, Милизона поняла, да, меня? Виталик, он принимает. Виталий, не вязай, не вязай вообще. Виталий, вот на внимательность данная чила. Да если я внимательный. Не, ничего, не, не, вообще нет ничего сверхъестественного, просто не убить спору. Так, ну все, я готов. Давайте. Можно тоже рот, да. Настя, ты подхиливай, ты встань там, чтобы себе это подхилить. Можно было в рунже. Скоро появится, через 9 секунд. 3 секунды скоро. Внимательно, пожалуйста, сейчас. Скоро появилось. Мелизон. Убили. Пиздец. Ну что это, давайте просто надевайте нас. Там, блин, конечно. Агр. Что, нам получить портал осталось, да? Я отправлю ваши души во мрак забвения. Давайте выпустим. Да, там получил вообще душу. А кто убил споры-то, посмотрели? Где ты получишь английский Warcraft ебаный? Посмотрите, где там получи, приведите меня, пожалуйста. Да, идем. Получи пока. Не туда вы идете. Где он есть? У меня просто английский Warcraft, и что-то про Spiders ничего не сказано. Там в противоположную сторону. Просто бегайте по кругу и найдете. Зачем ты долог? Она хочет на ласты зайти кем-то. Квинку учил. Нужно найти.
Подбить тоже надо тем, кем ачиву будешь получать. Не понял. Ну да. Типа не знаю. Все понял. Тут под нового танка. А чё тут сложного, я не помню. Можно все подбили. Тут он периодически будет этот... Подкидывать, да. И у него вот последний раз, когда я тут был, он что-то срывался на миликов прям очень жестко. Он говорит, черный лимон не шевелится танку. Да, танку не шевелится, иначе срывается. Ну, Лойд, понял, да, стоишь просто, наверное, на месте. Ой-ой-ой. Видели, да, как это происходит? Агро вообще прям не держит. Хоть не в агре делать. Тут же говорят, он ссылается. Да это я понял. Обратно беги. Нет, еще два босса. Ну то есть одного убьем, и на второго можете заходить, и надо там кому-никому очень нужно. Бичкок. Чего надо, не надо? Кал, ты о чем говоришь? Вон они прям в эту про ачивку говорят. Типа мамки, которые с бешенством. А, да там ничего не надо делать. Там нужен, кстати, второй танк будет. Это последний босс уже? Предпоследний. Комнату вот эту вот надо зачистить только так, чтобы не сагрить босса. Босс на платформе стоит. И четыре вот этих вот, которые рядом с ним, тоже не надо сагрить. Житель культа Макс. В общем, смотри, Лойд. Ты танчишь босса здесь, в звездочке. Ну, где-нибудь вот тут, понял? Второй танк, который попал. Вот видишь вот эти четыре вот, ну, четыре трэша возле босса. Ты вот их с ними стоишь там на платформе.
Ну, не убивай их тоже и просто с ними там стой. Настя, подхиливай их обоих. Суть ачивы тут, короче, нам надо довести до бешенства босса. То есть сильного босса не вливайтесь, надо, чтобы у него бешенство... Ну, там таймер покажет, я скажу. Сильного босса не вливайтесь, чтобы ДПС не стопать потом. Чекай будет, если все готовы, можно начинать. А вот это отдельно будет, да, он этот танк держать? Да, трэш-танк отдельно подержит. Только можно я первый за агри тогда? Ну да, агри всех потом вводит, заберет босса. Все, играйте в босса. 54 секунды до его нового бешенства. То есть нам надо вот это время, чтобы он бешенство стал. Половину, наверное, подбивайте и что-то тебе у нас. Убери. Двадцать девять секунд. Тормозники до того, что 18 секунд. А вот этих штук бить можно? Не понял. О, слуг вот этих, служитель, убить можно? Да, слуг, да. Да. 5 секунд. Секунды. Берса, все, отбивать не будет. Затрали. Чё, пойдем к камню? Кому кто нужны, там заходить будет? Кому нужна ачивка не умирающий нет винов, вот самое время заходить. У нас остался один босс, и у нас еще есть 14 минут 43 секунды, чтобы сделать ачивку арахнофобия называется. Может не надо? Пойдем к камню кто-то. А чё? Я не знаю, это прям так обязательно? Не, ну кому надо, как хотите, там без разницы. Ну идите кто-то к камню. Там, блядь, изи босс входит. А куда Настя Ливанова? У меня крутые персонажи вот это сейчас. Ну, я понял. Ну, пока дойдёте. Фибрилляция, ты тут? Ты, тебе надо на кого-нибудь? Если нет, спекни хила, пожалуйста. Я шамана Варшама тоже зажду. Я понял, ну нам пока до трэша. Или я спешу. Давай фиг спехнись. Дал гейм, ставь то темп, там надо щелкнуть. Здесь по краешку ходили. Я пойду помочь на Сумон. Вот там Гликада плюсует. Трэш. Аглик тоже плюсует. А его два шаманов в чате. Побейте трэш, я пойду помочь на Сумон. И прикреплю потом. Блин, лучше бы, конечно, Белин бежал, побыстрее меня прибежит. Может, Белин, ты пойдешь помочь Симону? Ты все-таки паладин, бегает быстрее. Я пока добегу, это пиздец. Я еще, я заблужусь еще. Куда там бежать? Да не заблудись, беги к выходу. Вот, с тобой там паладин бежит, второй. Вот к нему туда беги, если не держись. Мершамой или Эмхам? Ну сейчас на боссе Ванха, конечно, спекнемся, там Настя сказала, вторым маршалом своим зайдет. Ну ладно. Ванха на боссе
Там сильно хилить надо? Да нет, не особо. Ну типа, может она... Может она энтом 6.3, а я шаманом, ну, хилом. Давай. Ну вы там сами берите шамана. Там не особо захиливать надо. Не, ну надо, конечно. Ну, не просто так, я дам 5-6 DPS, а не больше. Нам, возможно, больше DPS 6.3. Ну, смотрите сами, да, просто давай так сделаем. А что у нас 9? А, фу, прикиньте, Варан, 8 что-то вышел. Ну или так, вышел 8. Это умиляет. 7-8 включена, остальные только были. Короче, чары как у меня нету, у меня катька и что там прокатить, что ли? Вот ты созайдешь и это последний босс убежишь, да. Ничего. Да. А что показывает? Показывает 13 из 15. Вот, стой. Давай назад сюда беги, звездочка. Вот это здесь можно выйти на босса. Что по тотемам? Не понял. Что по тотемам? По тотемам? Я не знаю, я не шарю в этих тотемах, что там поставишь. Ну что, обычно, наверное, ставят шаманы твои ставки. А, ну да, тут же все три шамана разные спят. Ну, сами там разберитесь, пожалуйста, между собой, кто хилит. Кто хилит, то домой. Тут же один танк, да, второй не нужен. Нет, тут один танк, второй не нужен. Все милики его, вот, видишь дальний кубик, ты вот на дальнем кубике стоишь вместе со всеми миликами, и там танчишь босс. РДДшки все играют на ближнем там кубике звездочки. Тут еще босс периодически будет кого-то кидать в кокон. То есть я не знаю, как этот кокон дамажить. То есть не знаю, я его не могу выделить таргет и разбить. Кто-то это умеет делать, я не знаю как. Может это есть... как кожу заливать, как типа это, АОЕ там? Не знаю, можно попробовать там, ну смотрите, того сколько он кинет, попробуйте разбить. Потому что можно и в таргете брать вихрь, жик и все. У нас 8 минут 45 секунд осталось, чтобы убить этого босса. И нам дадут ачивку арахнофобия. Поэтому кто там бежит, поторопитесь, пожалуйста. Виталик, ты сильно только не вливайся, чтоб не согреть. Да, понял, конечно. А чё Англи стоит там? Я бегу. Показывай, что ты стоишь. Вот, Славик линканул кокон этот. Он, короче, наносит, ну, 3000 урона каждые 2 секунды. До того времени, пока его не уничтожат. А как его уничтожать, я не знаю. Лично у меня он не выделяется во фрейм, то есть я не могу его выделить и дамажить. А если меня кинет хила, ты чё? Как эта херня называется, когда ты лужу кидаешь, там, допустим, паладины, там, или это, звездопад, там. Типа вот такого штуки, что не надо таргет выделять. Но это я понял, что он как АОЕ, а как выделяется, там, научно называется. А чё? Чекните. У нас все прибежали, кому учил, да, знает. Все тут. ХП крикни. В смысле, кто крикнет? Кричать некому. Да я вижу. Стула, там поставить слав, да можно Геру будет давать. Фибрилляция готов, не готов? Блять, встаньте на эти все. Ну все, слава и МДДшки на дальнем кубике. Остальные звездочки играют, РДДшки их выхилы. Все, слав, давай. РТДшки ходил, звездочки играют. Все, можно Геру давать.
Найти на я в кокон, блин. Нормально. Что нельзя. У меня воздержано, а не алгонет посещается. Теперь я в кокон. И вам. Я пабу не помогает. Я всех поздравляю. На следующем КД можно сделать очистки те, которые там, ну, в этом КД они не сделали. Мы, по-моему, только одну КД да, не сделали. Портал поставлю, кому надо. Где, где, где? На ИП заходите. Ну, у меня Марк, Патя, а шамана вливаю. Так, в арфпате все остальные не заходят, да? Я захожу. Так сейчас. Настя же. Настя же еще у нее. На лимона, наверное, не надо. Хотя зачем лоу, там лоу, наверное. Тебе на паладина, да, выбери? Угу. Сейчас пока накину, тебе отдельно накину. Ну я уже зашел. Давай плюсуй тогда. Че, 1500? Там 1к будет. Я знаю, что 1к. Да. С миром проще делать, блядь, намного.